the hell have you done? Scarlet, please, sit down. Sit down? Do you think taking my children's going to stop me? Stop you from doing what exactly? Where did you take them? This is far more important right now. More important than... We need stability. The country needs stability, and this act provides that. Work with me. This country needs its freedom. Michael wouldn't have agreed to this. He's the one that started this act, and he did it. Michael is dead. This country is a far different place than it was 3 years ago, Scarlet. There's rioting in the streets, for God's sake. We need tighter security now more than ever. People on our doorstep want to hurt us. I can't allow that. That's not your decision to make. The people need to know that their government is lying to them. And you can't threaten me into silence on this. You can't see this right now, but you don't have another choice here. Charles? Open the file. Someone gets hurt either way, I suppose. But I did what I thought was right at the time. That's all anyone can do, isn't it? Доброго времени суток, зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, и это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Occupation. Род занятий и род деятельности. Игра в детективном сеттинге, в сеттинге стелса, рассказывает нам про Лондон 1984 года. Мы играем за журналистку. Будем проводить расследование, но в данном случае мы просто посмотрим, что это за игра и что она из себя вообще представляет. Игра вышла 5 марта, если я не ошибаюсь, то есть совсем-совсем недавно. И поэтому посмотрим, что здесь у нас есть. Так, держать, схватить, открыть, закрыть. А ну-ка, ага, батюшки, а если открыть... На максимум открыто, понятно. Mom was terrible at remembering to lock windows. I wonder if he ever realized his role in all of this. Ребятки, не буду читать субтитры, читайте их сами, вы уже взрослые, поэтому думаю, читать каждый из вас умеет. Если честно, вообще не представляю, что здесь нужно делать. Список заданий, режим интерфейс, чего? Ага, понятно. Программа силуэт. Идеи. Так, найдите картридж Crainsoft. Идеи. В моем кабинете есть копия пароля от сервера силуэта на случай, если я его забуду. Ладушки. Так, ключ-карта. Угу. Понял. Можно приближать с помощью средней кнопки мыши. Алекс Рубиус. Окей. Так, держать за предмет. Берем предмет. Думаю, тут больше у нас ничего такого вроде нету. Давайте все равно посмотрим. Так, что тут у нас? Тут ничего. Ага. Сканер ключ-карт. Ну-ка, сменить пропуск. Текущая карточка. Здание Bowman, цвет фиолетовый. Добренько. Ага, ну вот, я, как я понял, фиолетовый цвет, то есть мы сможем его пройти. Давайте сначала немножко пошарим по комнате, посмотрим, что здесь есть интересного. Темно, правда, как у негров в жопе.
Так, тут у нас ничего такого нет. Я ничего не забыл. Так, кстати, таб. Это мы смотрим то, что у нас было последнее. Какие у нас тут вообще есть кнопки взаимодействия. Надо было бы, конечно, посмотреть перед началом игры. Но все-таки это ж Let's Play, первый взгляд, скажем так. Так. Провести вниз. No floppy disks detected. Key cards were beginning to restrict everyone's access. Having the correct level of security clearance was important. Нельзя, да, как я понимаю? No. Оп. Нельзя, нельзя, мы тут проскочили. Так, что тут у нас? Жалюзи. Как тут все дотошно, скажем так. Но, наверное, это очень... Не знаю, это, наверное, очень влияет потом на процесс игры. Наверное, через них можно подсматривать, прятаться. Так, держать за ручку, открыть. Просто открыть, нахер нам за ручку держаться. Новая идея. Текс, посмотрим. Так, если отключить щиток, охрана не получит сигнал из кабинета Чарльза Баумана. Щиток. Так мы вроде так-то смогли пройти с помощью карточки. Кофейная чашка подобрать. Очень важный, наверное, предмет. Вернем его обратно. Так, журнальчик. Игровой мир. Название журнала. Наверное, там учил дотку роковать. Вон. Посмотреть поближе. Вот бы так в жизни было удобно, да? Стоишь там, ждешь транспорт на остановке. Потом так хоп, приблизил и сразу увидел, твое, не твое. Что-то происходит. Наверное, какой-то бунт на улице происходит. Ой. О, вы не слышали? Мистер. Мистер охранник, нет, не слышал. Хорошо. Значит, все супер. Присядьте. Я без вашего разберусь. Так, что тут у нас? Записка. People were still researching union law. Too little, too late. Читать заметку. Ага, понятно. На английском, но я не настолько крутецкий парень, чтобы на этом читать. Подобрать ручку, вернуть предмет. Урна. Так, текущий предмет. Добавить записку. Содержание. Губка, яблоко. Давайте туда записку кинем. Ну, не будем мусорить, как бы будем поддерживать общую чистоту здесь. Вперед и пробел лезть. Господа, я уже столько игры в игры, могли бы мне этому не учить. Кран держать. Ух ты, смотрите, как классно. Водичка. А можно взять стаканчики попить, к примеру? Давайте лучше в урну задержим. Ну, заглянем. Ничего нет в урне интересного. Так, сигареты. Что у нас? Боро Лайт, Камильери, Пикадели, Мерит Слим, Виктория Ментол и Клид. Ячейка для жетонов. Нужны жетоны. Жетона у нас, к сожалению, нет, а сигарчух бы я купил. Так. Книга Гамиллера. Генри, наверное, Миллера, я понимаю. Ничего здесь интересного нету. Абсолютно, поэтому, наверное, спускаемся вниз. Где охранник? К наше суперзрение. Я его не вижу. Спускаемся тогда. Оп, жетон. Ха! Смотрите, как я чисто случайно его увидел. Так. Вставил жетон. Так, теперь я возьму, наверное. Ну, это вернуть жетон. Взять, вернуть. Платок с жетонами. Вперед. Чик. Так, теперь сигарчук возьмем. Давайте возьмем. Ну, слим не будем брать. Давайте красный возьмем. Лайт, хотя вот эту камильери.
обязательно пригодятся. Тем более она нас курит. Кстати, курение вредит вашему здоровью, господа. Обязательно нужно будет поставить рейтинг 18+. Пробел и А наклониться, да? Оп. Добрый вечер. Я диспетчер. Оп. Супрезрение. Теперь буду постоянно так выглядывать. Никого не вижу. Оп. Все чисто. The guard patrol was quite loose at the facility, at least before all of this. They wouldn't be back anytime soon. Боевать, все цивильно. На воде. Чик, сразу с конем. Щиток в главном зале подключен к кабинету Чарльза Баумана. Вот это щиток, как я понимаю, да? Оп. Вот, Бауман офис. Оп, выключил. Все. Теперь закрываем. Не знаю, что мне это даст, но... Это выход вообще. Ой, кстати, да, надо же посмотреть номер, как я понял. Так, Чарльз Бауман у нас 201. Вот он, 201 номер. В принципе. Экс. Наверное, закроем дверь, чтобы нам никто не мешал. Так, мы попали к нему в кабинет. Жалюзи, пожалуй, тоже закроем, чтобы охранники нас случайно не увидели. Я думаю, они на это внимание не обратят. Все, при закрытых жалюзях как-то даже лучше будет тут копошиться. Так, стул. Сядем за стул. Изучить автоответчик. Так, оставить автоответчик. Поехали. Charles, I had a look into the security concern that you were asking me about, and it turns out you might be onto something. So, don't do anything rash. You know, give me a call. Let's talk about this. And okay. Yeah. Okay. Bye. Bye for now. Message 2. Charles, it's Michael. My guys down here are getting pretty agitated about this whole Alex thing. Last time we spoke, you said you had it all sorted, and I'm not pointing fingers or anything, but maybe we should have a meeting tomorrow morning, just discuss this, or, I don't know. Just call me first thing. End of messages. Собственно, послушал. Один за безопасность, другой по поводу какого-то Алекса. Так, все, оставляем автоответчик, нам нафиг не надо. Сделать звонок, куда, интересно, можно позвонить. В Бангладеш. Так, что тут еще мы такого железину там я уже закрыл, да? Ну, мой звонок можно сделать. Хорошо, давайте. Ух ты, тут даже можно цифры набирать. А ну-ка, давайте позвоним. 9-1-1. А, это ж, в принципе, мы в этом. В Британии тут, наверное, другой номер телефона. Надо было 102 набрать. Так. Держать, провести ключ. Сменить пропуск. У нас другого пропуска пока нету. Что тут у нас на этом? Записка. Так. Читать заметочку. В заметочках Алекс. Алекс Дебюа в бешенстве. Говорит, он не будет работать над силуэтом, пока вы не решите проблему с его семьей. Оставляю дискету вам. Сделайте что-нибудь в том. Хорошо. Так, давайте этот предмет возьмем. О, сигаретная пачка. Не, мы тогда возьмем сигаретную пачку. Я за нее жетон потратил, как бы. Дискетка. Everything I needed was on that cartridge. Fate of the nation in ones and zeros. Судьба нации в бинарном коде. Щиток, ну это все сделать, понятно. Так, хорошо, давайте дальше. I tried his desk drawer, but of course it was locked. Bowman preferred physical keys to their digital counterparts. Что тут у нас попало?
Видите, как хорошо, еще какую-то кассетку нашли, можно будет послушать. Ладно, пачку сигарет, блин, жалко, надо было, конечно, взять. Непонятно, как здесь, какой кнопкой. Ух ты! Ух ты! Это кнопочка Т, типа Time, время. Обалденно, даже можно время смотреть на часах, очень весело. Мне просто интересно, есть ли здесь какая-то кнопка, которая отвечает за инвентарь. Я хотел бы знать, что у меня... Что у меня есть, чего у меня нету и сколько у меня места. Ага, тут даже можно ложиться, как я понимаю. Это мы идем, это мы присаживаемся. Оно как-то слишком низко для приседания. Ну, это понятно с этим все. В общем, не нашел я кнопку инвентаря. Может, ее нету, но не знаю, пока не хочу смотреть. Добрый вечер. Нет, надо... Как-то меня обучали. Вот так вот. Вот так вот. Потом вот так вот. Так. Давайте дальше посмотрим, что тут у нас еще есть интересного. Шкатулочка пустая, наверное. Оп, сейф открыт. Очень мило. Кстати, вот кто-то курил сигарету прям недавно, потому что она еще тлеет, судя по всему. Ну, давайте присядем и попробуем вот сюда попасть. Так, ну тут у нас ввести код. А код мы не знаем. Голубки, добрый вечер. Так. Да, мы тоже не можем пробраться. Интересно. Кофе стоит. Ну, пошли вон отсюда. То просто я, наверное, убрал кнопочку взаимодействия. Так, вот. Я же думаю, что шкатулочку можно открыть. Экс, что тут у нас? Ключ-карта. Так, теперь у нас появилась еще одна ключ-карта. Давайте посмотрим... сюда. Так, сменить пропуск. У нас есть в купальнях мистер Карсон и вот этот Дубиус. Дубиус цвет фиолетовый, а тут цвет оранжевый. Но, в принципе, наверное, ни та сюда не подходит. Так, здесь мы уже, в принципе, все... Sometimes I wonder if I'm just telling myself that, but... Можно зато лобус покрутить, это весело. Так, ладно, тут выпить мы что-то нибудь можем. Я бы сейчас выпил, если честно. То есть вот еще бы, почему бы сигарету можно было бы докурить, изучить радио. Книга опять у нас говорит. Иерусалим. Потом обязательно почитаем, кружку подобрать. Давайте посмотрим, что там в кружке. Ага, процентик чая. Прикольно, прикольно. Конечно, гадко детализированная. Тут, походу, нужна кушетка сесть. Действительно, почему бы нам сюда не прийти и не просто сесть на кушетку и просто посидеть, послушать музыку с радио, выпить чего-нибудь покрепче, докурить сигарету, пообщаться вот с тем мужчиной, который на нас постоянно смотрит. Кстати, а если мы будем сидеть на этом, мы можем... Опа, мы даже сидя можем. Я надеюсь, это звуки были от меня. Так, встать. Все, пошли отсюда. Пошли, свечку мы зажечь не можем. Дверь с магнитным замком. Нет, закрывать мы не будем. Так. Решетку, наверное, да, можно открыть вентиляцию. Изучить сейф. Знали бы мы код, мы бы его ввели. Так, открыть вентиляцию. Оп. Присаживаемся. Ну, я открыл. Пролезть туда, походу, не могу. Или могу, просто она не хочет. Ну, пожалуйста. Нет. Значит, не судьба. Здесь, наверное, нам уже ничего не нужно. Давайте, наверное... Так, еще раз посмотрим. Том. Кстати, тот Том, это мы его карточку и подобрали, если я не ошибаюсь. Сейчас. Действие. Нахер мне ваше так держать. Мистер Карсон. А, это Митчелл Карсон, точнее. Что-то, почему-то я подумал, что это Том. Давайте попробуем ее использовать. Ни хрена. Хорошо, давайте этого попробуем использовать. И тоже ни хрена. Не работает.
Код мы тоже никакой не введем, наверное. Хорошо, а давайте тогда эту дверь закроем, я не знаю. Чик. Не знаю, зачем я это сделал, но я это сделал. Ну, и изучить там было, да, изучить консоль. Так типа кнопочка нажимать. В общем, очень много мелочей. Давайте сейчас откроем жалюзи и посмотрим, что там у нас происходит. Чик. О, все нормально. Текс. Открыть. Потихонечку. Открыть. Теперь как меня учили в обучении. 3, 2, 1. Ой. Ух ты. Вот я интересно сделал. А ты... Это кнопочка Е, да? Увернуть. Так, ладно, давайте попробуем сюда выйти. Чик, включаем сразу. Она как будто идет и при этом припрыгивает. Повести. Нет, не то. Кто-то ходит, мне кажется. Так, содержит предметы, записка. Заберем записку. Взять. Дискету выкинул. Ну не падла. Взять. Так, ладно. Щиток. Давайте посмотрим, что он. Так, почините щиток в главном зале. Щиток постоянно вылетает, из-за этого у меня дверь открыта. Прошу заменить все предохранители в щитке. Охране уже надоело каждый раз прибегать к моему кабинету, чтобы они... Угу. Внимание, если вам нужно в мой кабинет, поговорите с мистером Непьером в комнате 107. Он пустит вас, если меня нет на месте. Хорошо, что у нас тут еще есть? Дискету добавить? Нет, дискету забрать. Вот, так. Хорошо, 107 кабинет, он вас пустит, если меня нет, да? Давайте найдем кабинет 107. Так, ну охранников я не вижу. 107, да, это коридор, стокрум. А если вот так сделать? Оу. Это зря. Сейчас, наверное, охранники придут. Бы его все потушил. Оп. Кто это сделал? Хоть мне не нравится изучить консоль. Но консоли все равно остались в рабочем состоянии. Так, я бы пачку все-таки забрал, попытался. На дискету. Да ладно. Так, дискету ж можно использовать. Нам надо найти компьютер. Но тут вот что-то точно нету. Сюда мы точно не можем пробраться. Но очень бы хотелось. Очень бы хотелось. А, можем. Тю. Тоже мне. Так. Закрываем за собой. Что тут у нас? Голубки. Кофейная чашка. Тихо, голубь. Не возмущайся. Все нормально. Так, хорошо. Идем дальше. Ой, как темно, так как в жопе. Ёлки-палки. Вот. Так, вентиляция. Охранники должны быть вообще, наверное, слепыми, глухими. И что это, типа, мешок для... А, кнопка питания действует. Понятно. Записка. Так, что тут у нас? Уберите чертовых голубей из моего офиса. Сделайте дырку... Заделайте дырку в потолке, чтобы они больше не могли ко мне залетать. Я знаю, что вам разрешили держать здесь голубей, но если так продолжится, их придется убрать отсюда. Совет. Попросите Стива залезть в вентиляцию и чем-нибудь заткнуть дырку. Так, что там у нас? Идеи какие у нас появились новенькие? Так, в кладовой Марлона есть винт-шахта, через которую можно попасть в кабинет Чарльза Баумана. Хорошо. Что там у нас было? Найдите еще. Найдите картридж. Ну, нашли. Или это был не картридж? Что-то темно, блин. Так, открыть.
карточки-то я нашел. Так. Закрыть. Есть виншахта. Ну, это понятно, что это есть виншахта. Вон она. Вот она видна, вот там где-то, походу, дырка. Так, ребятки, ладно, слишком что-то я увлекся этой игрой. Наверное, на этом будем заканчивать. Я не знаю, что вы здесь смогли увидеть, не увидеть, но думаю, как бы немножко геймплея я показал. И, наверное, любителям детектива нужно будет в нее поиграть. Надеюсь, вы оставите свой комментарий какой-нибудь, или лайк, или дизлайк. Спасибо, что вы с нами. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. До скорых встреч.